Концертными номерами приветствовали творческий коллектив районного центра «Шарлык», участников зонального информационно-методического семинара для сотрудников социальной сферы. Более 70 человек из Александровского, Октябрьского, Сакмарского, Тюльганского районов приехали сюда, чтобы получить новые знания, обменяться опытом, причем как друг с другом, так и специалистами Министерства социального развития Оренбургской области. И вот эти наши семинары-совещания – это тоже, по сути, достучаться до каждого. Если вы помните, раньше мы как выстраивали наши коллегии, например. То есть мы собирали начальников управлений и замы по социальной работе приезжали к нам. Мы просто провели, отчитались, дали какую-то информацию. Руководители приехали в территорию и не всегда довели это до своих работников. Замы по социалке иногда приезжали, иногда не приезжали. Какая-то связь вот информационная, она терялась. Поэтому решили вот так микрозонами проводить совещание, привлекая там 5-6 территорий, уже специалистов различных уровней. И чтобы вы уже, приехав или придя в свои кабинеты, довели вот это все, собрали людей, поговорили, объяснили. Объяснили суть той реформы, которая была проведена, для чего это было все сделано. На пленарном заседании присутствовали все участники семинара. Вопросы рассматривались самые разные. Специалисты министерства не выступали с огромными докладами, а указывали на общие проблемы, которые есть в каждом направлении деятельности социальной защиты населения. И решить их можно только сообща. По окончании совместной работы началась работа индивидуальная. Специалисты разошлись по секциям и более подробно рассмотрели темы, связанные с заполнением документов, объяснением соцработникам их функций, коснулись и реформы. О ней говорилось уже неоднократно, однако есть еще пункты, требующие особого внимания. Министерство уже проводит, скажем, второй цикл семинаров. Первый цикл мы провели в ноябре-декабре 2013 года. Сейчас идет второй цикл семинаров-совещаний, где мы уже отрабатываем проблемные вопросы, которые появились у нас вот в связи с реформированием нашей системы. Вы знаете, вот эти семинары, которые проходят, они несколько выстроены, скажем, по-иному, чем проходили ранние семинары. То есть здесь возможность не только высказаться, скажем, есть там руководству министерства, специалистам, поставить какие-то проблемные вопросы, задачи перед специалистами территории, но возможность получить как бы обмен опытом. Не только продуктивной работой запомнится участникам встреча. Шарлыкская земля – родина героев. И организаторы не оставили этот важный исторический момент в стороне. Вместе с гостями они возложили цветы к мемориальному комплексу. Я полагаю, что, наверное, мои коллеги разделят со мной мнение, что это замечательный семинар и форма семинара. То есть это близко. Во-первых, нас было, конечно, много меньше, чем на большом семинаре, когда собираются со всей области. Это очень близкое общение с коллегами, с профильными специалистами. Это близкое общение с сотрудниками министерства. Я считаю, что мы больше вынесли с этого семинара, чем как-то вот выносили из другого формата. В тот же день в рамках работы в Шарлыке исполняющая обязанности министра социального развития Оренбургской области Татьяна Самохина провела прием граждан по личным вопросам. Как показала практика, их немало. Жители районного центра разного возраста обратились за помощью. Это важно проводить такие приемы, выезжать к гражданам, потому что не каждый может приехать в областной центр, потому что и время, и деньги для человека очень важны. И когда мы проводим какие-либо мероприятия, неважно какого плана, в территориях, мы обязательно проводим приемы граждан по личным вопросам. То есть если это не я, заместители работают, все равно. То есть важно, чтобы люди попали с своими просьбами, с своими обращениями. Для людей важно, для нас не менее, потому что мы узнаем, то есть по каким темам наибольше идет количество обращений. Очень часто вопросы решаются на месте. Для этого здесь присутствуют специалисты различных социальных служб, которые сразу же берут обращение на контроль и приступают к его тщательной отработке. Как пояснила Татьяна Сергеевна, ситуации, в которых оказываются жители Оренбуржья, часто похожи между собой. Молодых людей беспокоят вопросы, касающиеся жилья и трудоустройства. Более пожилые приходят за консультативной помощью. Нельзя назвать встречу с министром волшебной палочкой, но без ответа люди не остаются. Каждую проблему руководитель ведомства курирует лично.